приятные, замечательные девицы в этом зале. Вижу, что вы общаетесь друг с другом. Кто кого-то давно не видел, кто просто будет взять автограф. Улыбнулся, вижу, герой спорта. Спортивной премии 2021 года. Года 90-летия ГТО, которому было посвящено открытие нашей церемонии. У меня торжественная миссия зачитать приветствие от президента Российской Федерации. Сегодня талантливым атлетам, победителям престижных международных соревнований, их тренерам, наставникам, специалистам, представителям средств массовой информации, меценатам и благотворителям будет вручена национальная спортивная премия. Поздравляю всех номинантов, всех лауреатов, желаю побед, здоровья, только вперед. Спасибо. Преодолевание себя. Это барьер, который преодолевает каждый день. На самом деле, бесконечно вас уважаю, значит, вы просто сама по себе являетесь для меня огромным примером. Давайте познакомимся с претендентами на победу.
победу, внимание на экран, друзья! И лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства и работы представлены Светлана Логинова, Наталья Дагиева, Илья Шатриков, руководитель и тренер Московской областной общественной организации «Спортивно-патриотический клуб «Ярополк». Будь уверен и в одежде, и в еде. Будь уверен на земле и на воде. Всегда и все. Неподражаемые блистательные Дмитрий Губерниев. Я не расстроен, в любом случае, следующая премия через год. В финале было две девушки, я мужчина, я как истинный джентльмен отдал первое место прекрасному полу. Расстраиваться не будем, поражение делает только меня сильнее. Жизнь научила. Вот небольшой подарок на память.